Рождественская елка для особенных детей. Благотворительный фонд «Быть добру» уже пятый год собирает ребят на праздник. По традиции, команда волонтеров вместе с партнерами фонда подарила радость и новогоднее настроение своим подопечным. Как отмечают организаторы, с каждым годом в акции «Рождественский подарок ребенку» принимает участие все больше неравнодушных людей. Праздник устроили в развлекательном центре «Волшебный лес». Началось все с застолья. Потом несколько часов праздничной программы, танцев и песен. Все это время в зале работала зона творчества. А помогали поверить в чудо веселые аниматоры и главные гости праздника – Дед Мороз и Снегурочка, которые вручали ребятам рождественские подарки. По словам организаторов, в прошлом году помощь получили более сотни детей с различными заболеваниями. На их лечение удалось собрать около 8 миллионов рублей. Сегодня у нас здесь 70 детей. Завтра мы посетим остальную часть детишек, это уже которые не транспортабельные. Это в наших районах нашей, да, республики. Поэтому хочется огромное спасибо сказать всем за то, что благодаря вам, уважаемые телезрители, эти дети могут радоваться, эти дети могут жить.